Медведя обнаружили на острове Диксон наполовину парализованным от многих огнестрельных ранений. Местный житель снял на видео, как истощенное животное менее трети своего нормального веса почти неподвижно лежало в канаве у поселка, куда пришло просить людей о помощи. На данный момент за жизнь животного сражаются ветеринары московского зоопарка. Они сообщили, что пострадавшее животное все же самец, хотя спасатели сперва приняли его за медведицу. Тем временем Росприроднадзор обратился в прокуратуру, чтобы установить правомерность применения оружия. Пока неизвестно, подстрелили ли медведя потому, что он представлял опасность для людей или на него охотились браконьеры. Также неясно, как давно животное получило ранение. Ветеринар, осмотревший животное, заключил, что медведь был ранен самодельным оружием, что привело к множественным ранам на спине и задних лапах. Вес медведя составляет около 60 килограммов, хотя обычный трехлетний белый медведь должен весить от 200 до 300 килограмм. Это говорит о том, что зверь голодал и, вероятно, пришел в поселок в поисках пищи. Светлана Родионова, глава Росприроднадзора, сообщила в своем телеграм-канале, что за жизнь краснокнижного животного борются специалисты московского зоопарка. По ее словам, прогнозы пока делать сложно. Надеемся на выздоровление этого бедного белого медведя, которого полностью вылечат и выпустят его в привычную для него среду обитания. Дорогие зрители, поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите канал лайком и подпиской. Большое спасибо за просмотр!